Пасхальный фестиваль «Радость Светлой Пасхи» продолжает свою работу. Во Дворце детского юношеского творчества проходят уроки, на которых школьники своими руками делают красочные поделки. Как за 10 минут нарисовать вербе натюрморт гуашью, слепить из пластилина символ мудрости – сову или в технике бумага-пластика смастерить пасхальные сувениры? Всему этому научат педагоги Дворца детского и юношеского творчества. В рамках пасхального фестиваля они проводят для школьников различные мастер-классы. Оказывается, даже уголь можно использовать как рисовальный материал, которым художники творили еще в древности. В данном случае покрывается альбомный лист данным углем. Вот он, рисовальный уголь у нас такой вот. Вот. И на поверхности, на полученной поверхности дети с помощью ластика выполняют определенное изображение. Мария и Дарья мечтают связать свою жизнь с творчеством. В планах у сестер Сидориных поступление в художественную школу. А пока девочки с удовольствием получают знания от старших наставников. Посетив выставку, приуроченную к фестивалю, где представлено более 300 работ, они приняли решение в следующий раз обязательно в ней поучаствовать. Мне понравилась эта выставка, потому что тут очень много работ детей, моих сверстников, даже младше меня. И они так хорошо делают эти поделки. Детей, которые достаточно креативные, у которых хорошо развита фантазия, которые могут сделать что-то своими руками. Конкурс-выставка действительно заслуживает внимания. Здесь представлено множество подделок и сувениров в разных техниках декоративно-прикладного искусства. Бисероплетение, бумага-пластика, художественная роспись, декупаж, квиллинг и других. Все работы выполнены исключительно руками детей. Самое главное, чтобы наши дети знали культуру и росли в этих традициях. Почитали, а проведенные наши мастер-классы как раз готовят к тому, чтобы детки могли это все сделать своими руками. Фестиваль завершится в конце месяца, а 28 апреля жюри подведет итоги и наградит всех победителей выставки. На следующий год организаторы планируют сделать мероприятие более масштабным и провести в его рамках фотоконкурс и фестиваль хоровых коллективов. Ирина Бокова, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.